Поднимайся, Андрей. Покорно благодарю, месье. Я тут постою. Не поплавок. Бог для того и создал темную твердь, чтобы человек ходил по ней. Не извольте беспокоиться, месье. Снасти затянуты, как корсет на девичьей талии. Я вижу, вы хорошо разбираетесь в морском деле. Я никогда не совал нос в чужую ключину, но свое дело я знаю хорошо. Тут каждый вам это скажет. Курс Норд-Вест. Yes, sir. А мне нравится эта старая галоша, Жюль. Куда же мы на ней поплывем? Куда угодно, да хоть за океан. Конечно, посудина нуждается в хорошенькой штопке. Но она и сейчас выдержит любой шторм. Я бы показал вам ее в деле, но ветерка сегодня не хватит даже на то, чтобы остудить личико вашей супруги. Вот она как раскраснелась. Как мы назовем его, Жюль? Дункан. Они. Нет, назовем его в честь святого покровителя нашего мальчика. Сен-Мишель. Ну как, звучит? Пожалуй. К тому же Сен-Мишель – покровитель французских моряков. Вы верно нуждаетесь в деньгах? Да как вам сказать, мсье? Судну нужен ремонт. А у меня за душой нет ни су. Значит, все-таки нуждаетесь. Я же сказал, деньги нужны для ремонта. Но когда они появятся, необходимость в ремонте отпадет. А что, если я вам предложу стать капитаном этого замечательного парусника? Откровенно? Конечно же. Если откровенно, то лучшего капитана вам не найти. Как вас зовут? Александр Дюлонг, мсье. Жюль Верн, литератор. У каждого свое ремесло. Значит, по рукам. Куда же мы поплывем? Куда угодно, Дюлон. Земля огромная, и нет такого места, где я бы не хотел побывать. Тут тесно. Прекрасно. Я буду счастлива, если теперь на нашем Сен-Мишеле ты хоть чуть-чуть изменишь образ жизни. Нельзя же все дни проводить за письменным столом. Знаешь, я всю жизнь мечтал отправиться в настоящее путешествие. Читатели моих книг уверены, что я объехал весь мир. Я и в самом деле объехал его. Только в кресле. В некотором смысле, мой Паганель – это я сам. Но моя жизнь могла сложиться по-другому. В 11 лет я убежал из дому. Трехмачтовый парусник Курали отправлялся в Вест-Индию. Мальчик моих лет уже был принят юнгой на это судно. У меня были скромные сбережения, и я выкупил у него его место. Ночью меня тайком перевезли на корабль. И тебя поймали. Отец перехватил меня в первом же порту. Это был Тембёв.
рядом с Нантом. Меня выпороли, посадили на хлеб и воду, и я поклялся матери, что отныне буду путешествовать только в мечтах. Да. Дай Бог ей здоровья. Миллионы читателей от этого только выиграли. Каждое твое путешествие — праздник для них. Ты знаешь, Анарина, я и сам абсолютно переношусь в этот воображаемый мир. Я это заметила, Жюль. Я ведь твоя жена. Вначале это меня пугало, потом убежало. Я так устроен. Когда капитан Гатерас пробивался к Северному полюсу, у меня зуб на зуб не попадал. Я мерз, хотя на дворе было жаркое лето. И в итоге простудился. И я лечила тебя. Молоком с медом. И вот сейчас. Знаешь, чего я сейчас больше всего хочу? Чтобы дети капитана Гранта увидели своего отца. Не стреляйте! Пусть уходит! Это анаконда? Нет, это тигровый питон. Да, такое чудище легко справляется с кроликом. Но вы, милорд, оказались для него слишком крупным животным. Доброе утро, майор. Доброе утро. Что же вы меня не разбудили, а? Мне было жаль прерывать ваши ученые сны. Идите, идите спать, идите. Буэнос ночес, сеньор. Thank you.
Гибралтар, Гибралтар, Жюль. Да-да, сейчас иду. Жюль. Жюль. Съело. Далька, съело. Си? Си. Ага. Я. Ера. Арболь. А. Но, арболь. Арболь, дерево. Вы все еще не верите в меня, майор? Продолжайте, Паганель, продолжайте. Да. Без переводчика нам будет очень трудно. Мака. Камино. Роберт субьо алла рока. Субьо алла рока. El camino. A Mendoza, a Carmen. ¿A dónde vamos? Paganel. ¿Ah? No, 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 no. Recto, recto. ¿Cómo? ¿Recto? Он спрашивает, мы по этой дороге хотим идти в Кармен де Патагонес или в Мендосу. И очень удивился, когда я ему сказал, что мы должны идти туда. Совершенно верно. Наше путешествие может показаться ему странным. Но все же попытайтесь объяснить ему, месье Паганель, что нам важно идти именно на восток. Это не просто сделать. Как я объясню индейцу, что такое географическая широта? Так чего он не поймет? Объяснение или того, кто объясняет? Вы что, майор, до сих пор сомневаетесь в моем испанском? Попытайтесь, мой почтенный друг, попытайтесь. Смотрите. Мира, esto es el globo terrestre. Aquí los paralelos y los meridianos. Aquí América. 37 es nuestro paralelo. Aquí está una persona. Простите, месье Паганель, он понимает, что вы ему говорите? Ну, мы сейчас выясним. Están buscando un hombre. Что? Друзья, он спросил, вы ищете человека? Sí. Están buscando a lo largo esta línea que sigue del sol poniente al sol ascendente. Mon Dieu! Он даже понял, что такое параллель. Он сказал, что вы ищете этого человека вдоль линии, которая идет от заходящего солнца к восходящему. Dios entregó a las olas del mar el secreto del hombre. Sí, el Dios. Sea así que se cumpla su voluntad. Marcharemos al este si será necesario, llegaremos hacia el sol. Он говорит, что мы будем идти на восток. И если понадобится, до самого солнца. Вот какой все-таки сообразительный народ. Я уверен, из 20 французских крестьян 19 не поняли бы, что я хотел им сказать. Месье Паганель. Да? Спросите его, слыхал ли он что-нибудь о чужестранце, который попал в плен к индейцам? Кучасте алго де ум присионеро. Es posible. Es posible. Может быть. Quién era? Extranjero. Чужестранец? Чужестранец. Ту ло висте? Но. Лосе де лос индиос тиене ун карасон де торо. О, де торо. Он сам его видел? Он сам его не видел, его видели другие индейцы. Де торо, сердце быка. Вот какие выразительные патагонцы. Понял, он сказал, у этого человека мужественное сердце. Мой отец. Это мой отец. А как сказать по-испански, это мой отец? Es mi padre. Es mi padre. Su padre? Padre, капитан Грант.
Donde se encuentra el prisionero? Con el cacique Calfucura. ¿Quién es cacique Calfucura? El jefe de la tribu Poyuche. Он находится в плену у племени Поюче. Donde residen Поюче? No sé, esta tribu es cerrada, su residencia siempre cambia. ¿Por qué? Tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Что? Что? Много врагов у этого племени. ¿Por qué muchos enemigos? La tribu tiene un dios de oro. Muchos desean robarlo, por eso están obligados a cerrarse. Nadie sabe dónde residen. У этого племени золотой идол, и многие хотят украсть его. И поэтому они должны скрываться, и никто не знает, где они живут. Спросите, когда он первый раз услышал о пленнике? Cuando por primera vez escuchaste del prisionero? Desde aquel momento, el sol ya cuatro veces mandó las pampas el verano. Слышали, как красиво? Он сказал, что с тех пор солнце посылало четыре раза пампасам лето. Четыре года? Да, четыре. Это совпадает с датой в записке. Ну что ж, Паганель, поздравляю и признаю свое поражение. Gracias. Да, но он говорил об одном пленнике. Разве их было не трое? Era un prisionero o tres? No lo sé. Он не знает. На пятой неделе путешествия отряд разделился. Макнаб, Сталькаф, Вильсон и Роберт отправились налегке в колонию Пуэлен, лежавшую в стороне от 37-й параллели, чтобы закупить там лошадей. Куда вы, месье Паганель? Меня интересует, что находится за этими скалами. Смотрите, не заблудитесь. Не забудьте, милорд, что ваш покорный слуга – географ с мировым именем. И со всемирно известной рассеянностью. Не беспокойтесь. Я вернусь, когда услышу запах обеда. Боюсь, месье Паганель не услышит запах обеда. У нас остались лишь кофе и галеты. А господин Макнапс вернется только через два дня. Олбинет, майор научил вас метко стрелять? Да, милорд. Но не настолько, чтобы от моей меткости зависел обед трех человек. Ждите меня с добычей, Олбинет.
название Пуэлян. Есть приятные новости. Мы нашли индейцев. Где? Здесь. А остальные? Остальные едут следом. Я спешил обрадовать тебя. Ты доволен? Какие зубы! Мы пойдем промочим горло. Доставь его.
Мир всем честным людям. Здравствуйте. Здравствуйте. Странное приветствие в этих диких местах. Это не их приятель там у входа. До того пьян, что даже лежа должен держаться за мачту. Это Пейн Синклер. Фортунато, помоги ему. Этим отпустишь потом. Простите, сэр. Пойдемте отсюда. Ты в мешочек к нему загляни. Может, у него там золото инков. Хороши. Чучело. Оставь-ка его в покое, приятель. Ну, сын. Сударь, немедленно извинитесь перед Тальковым. Вы подлец! Тихо! Спокойно, мир. Мир. Не будем обижать наших гостей. Ну-ка, поди угости его. Не заставляйте меня повторять приказания. Так. Хорошо.
Роберт, беги в кораль. Седлайте с хозяином лошадей. Скачи в лагерь. Мы их задержим тут. Сзади. Эй, любезный! Позаботитесь о нашем друге. Предупреждал. У джентльменов нет основания обижаться на меня. Нехорошая ты история влип, парень. Воспитанные люди говорят, вы. Не позавидуешь вам. Погоню!
Конмиго, наука! Знаю, как сквозь землю провалился.
Великий отец, не дай нам совершить несправедливый суд. Развяжите меня, а? Месье, я не сделал вам ничего дурного. Отвечай, кто ты и зачем пришел на нашу землю? Я и мои друзья пришли сюда с добрыми намерениями. Лжет! Он носит эти прозрачные стекла, чтобы мы не видели его лживого взгляда. Зачем ты прячешь глаза за этими штучками? Я плохо вижу. Он не стар. Но я близорук. Я должен носить эти стекла для того, чтобы видеть предметы, которые находятся далеко от меня. Это все очень странно. И подозрительно. Он пришел, чтобы украсть нашего бога. Страшная смерть ждет тебя, чужеземец. Видишь эти скальпы? Они принадлежали таким же белокожим, как ты. Они хотели похитить нашего бога, Апсутокитуа. Хайя! И твой скальп будет висеть там же. Защищайся. Но погодите, погодите, месье. Я не понимаю, в чем я должен оправдываться. Вы должны доказать мою вину. И мы докажем ее. Приведите одинокого оленя. Трепещи, чужеземец. Если одинокий олень тебя узнает, ты умрешь. Одинокий олень. Этот человек. Скажи, не из тех ли он подлых собак Гринго, которые тебя пытали? Он слеп. Враги пытали его. Те грязные вонючие койоты хотели узнать, где хранятся сокровища наших прародителей. Они подняли руку на великого отца. Хайя! Они у одинокого оленя отняли его глаза. У индейца. Индейца, поюче поклоняющегося солнцу. Что может быть страшнее, но он хорошо слышит и узнает голос своего врага. Чу! Одинокий олень, мы ждем твоего приговора. Пусть он что-нибудь скажет. Говори. А что я должен говорить? Клянись. Клянусь. Светлым именем Бога моего, великого Создателя мира, что помыслы мои чисты и руки мои чисты, и что никогда ни словом, ни делом, ни в мыслях моих не нанес я вреда ни одному индейцу. Неплохо сказано. Прежде чем умереть, ты повторишь клятву. Я хочу запомнить слова. Кью,
Что ты скажешь, одинокий олень? Знаком ли тебе его голос? Нет, не знаком. Я впервые слышу его. Он изменил голос. Эти белые способны на все. Он одет по-другому. Даже лисица меняет свою шубу два раза в год. А белый человек хитрее лисицы. Дыхание этого чужеземца чистое. От тех пахло огненной водой и табаком. Нет, нет, он не из тех людей. Я не могу решить, я раздвоился. Одна моя половина верит тебе, другая нет. Наш разговор не завершен. А пока развяжите его. Индиос. Пардон. Позвольте. Прошу. Ай-ай-ай. Живущим над нами. Матери нашей земле. Придумывают белые. Хитростями их нет предела. Эти белые способны на все. Как ты сказал, зовут человека, которого вы ищете? Капитан Грант. И он пропал 4 года назад? Да. Солнце с тех пор посылало 4 раза земле лето. Лжет. Прозрачные стекла лжет. Он называет серебряную бороду именем, которое тот никогда не носил. По
Подождем, что скажет сам Серебряная Борода. Серебряная Борода задерживается. Ему давно пора вернуться. Не попал бы он в беду. Не бойся, вождь. Серебряная Борода хитрее всех белых. Это будет последнее испытание для тебя, прозрачные стекла. Вот увидишь, Серебряная Борода обрадуется. Мне есть что ему сказать. Ты говоришь, что Серебряная Борода просила помощи. Что он свою тайну доверил Богу моря, а Бог моря вручил ее вам? Да. Но Серебряной Бороде незачем просить помощи. Ему ничего не угрожает. Он друг, поючий. Свободен и может идти куда угодно. Поючи помогли ему. 4 лета назад, ты правильно сказал, мы нашли его умирающим в горах. Остальные погибли. Мы принесли его в лагерь. Змеиная голова вылечил его. С тех пор он с нами. Это моя дочь. Я отдал ему свою дочь в жены. Мы гордимся дружбой с ним. А, да вот он и сам. Рад вас приветствовать, капитан Грант.